«Молоко первоклассникам». Проект под таким названием стартовал в Мирнинском районе в начале текущего учебного года. Сначала в качестве эксперимента молоко давали детям из школы номер 26. Сегодня уже охватили все школы в районе. Реализация проекта направлена не только на укрепление здоровья детей, но и на поддержку местного производителя. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Конец третьего урока в среду для первого Б самый долгожданный. После физкультуры в классе их ждет вкусный и полезный перекус. Дети гадают, что же это будет – молоко, йогурт или снежок. Йогурт, молоко, как-то снежок. И они очень вкусные, и они питательные. Они докачные и полезные. И у них есть белки, которые очень вкусные и полезные. Молочную продукцию первоклассники получают два раза в неделю. Производят ее в Мирнинском молокозаводе. В этом году здесь планируют выпустить порядка 540 тонн молока и молочной продукции. Из них около 16 тонн – это молоко первоклассникам Мирнинского района. Чтобы детям было удобно, молоко, йогурт и снежок разливают в специальные упаковки. В 2018 году будет произведено вот таких вот маленьких бутылочек 76 тысяч штук для всех первоклассников Мирнинского района. Это составляет примерно 3% от общего объема нашего производства. Дизайн этой этикетки, дизайн вот этих бутылочек был разработан нами совместно с дизайнером, который занимается дизайнерской частью всего ребрендинга нашего молокозавода, который сейчас происходит. Проект «Молоко первоклассникам» реализуется в рамках муниципальной программы «Мирнинский район. Доброжелательный к детям». В сентябре проект стартовал в 26-й школе и охватил более 150 детей. А с начала этого года всех первоклассников в районе. Мы провели опрос населения, опрос родителей. Стало ясно, что инициатива очень хорошая и необходимо продлить ее на все поселения, на все образовательные учреждения Мирнинского района. И с 1 января 2018 года 1140 первоклассников по Мирнинскому району в средних образовательных учреждениях употребляют два раза в неделю бесплатно молоко местного производителя, специально изготовлен для этого таре по 200 мл. На реализацию проекта «Молоко первоклассникам» на этот учебный год из районного бюджета выделено почти 3 миллиона рублей. В будущем обеспечить молочной продукцией планируют все начальные классы. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный.